кто умирает? У тебя рейв. Да, ладно, хорошо. Ебать, 1111 убийств, блядь. С нами сегодня попался тип, у которого было, прикинь, 680 с чем-то побед во втором сезоне. Ебанутый, блядь. Ну чё, давай на ату. Я без блин, я на центр. Без звука тоже нет. У меня топают. Я отъехал. Какого я черта отъехал, я не понял. Как он на таком расстоянии? Ладно. Он опасный. Давай. Да. Я уползаю. Да, это что за... Надо посмотреть, что за чел был такой. А, стоп. Не показывает. Да я, то есть, ну, пропустил этот момент. Блин. Но он прям вообще без шансов меня убил. Я даже ни с чем не был, он стоял на таком расстоянии и зажал кнопку одну и просто застрелил меня, все в голову прилетело. Да, а потом Никиту какого-то хрена также убил почти. Ну я ему 60 попал. Бери железку, бери. Да бери, если хочешь, нет, бери, если хочешь. Я возьму... Этого дядьку. Угу. Вот у меня такой же скин есть. А этого дядьку? Блин. Я передал роль? Я передал? На авиабазу? Давай на авиабазу, да, передал. В самый конец полетели? Да, на авиабазу. На авиабазу, сказали. А мы одни? Да, вроде. Нет. Нет. А, стоп, нет. Да.
Он без пушки? Он без пушки. Он без пушки, да, я тоже. Погиб. Он на травме сейчас, все, я отъеду сейчас точно. Он едет? Нет. Не знаю. Я тут манчил как мог, блядь. Тут еще уебок. Я, короче, уебываю. Извините, но я уебываю. Такая же ситуация. На препятствие уебываю. Ёль, не умирай. Бля, пиздец. Мы без пушки были вообще. Ой, блядь. Что-то я очень хуёво все делаю. Ебать! Никит, ты видал, что там? Где? Не. Золотой флетлайн, охренеть, все. Патроны тяжелые нужны. За тобой, да? Все, бежим, бежим, бежим. Так, у меня нету аптечек совсем. У меня две маленькие есть. Вот, все, тяжелые есть еще. Все, погнали. Я на крышу зип, наверх установил зип. Я на шаре полетал. Я сразу захвачу. Тело. Там стреляются. Сейчас. Так, а где баннер? Будь здорово. Будь здорово. Где баннер? Ага, понял. Ага, да, да, да. Я заберу, я заберу. Тогда я на крыше остаюсь. А давай сначала резнем, а потом пойдем. Ага. Че, погнали? Куда? Рез? Давай. А, ну. Рез, давай, блядь. А там уже закончился. Не знаю. А, ты здоровья нет, Никит, иди сюда, стой, я кину две точки. Можно пойти только на долю дать. Но они до сих пор стреляют. Не с нами? Да. Я хочу. Меня ударит. Я могу тебе скинуть этот миротворца, Юль. Я уже погнал, все. Никит, срочно сюда. Да, я тут, я с тобой. Одного нахуй. Вот тут один за каром. Да вообще дохлый. Вот здесь. Хорош. Ты его локально убил? Да. Я такую сейчас ерунду наделал, видишь. Ничего. Тут тяжелый амаш. Что там тяжелый? Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Сверху. Одна зипа уходить, я вообще дохлый. Не хочешь драться? Ну хочу, но я дохлый. Так, ну я отошел. Ну можем уйти, можем уйти. Облутаться бы? А там сколько народу было, ты не знаешь? Там одна железка была. А, одна железка, можно убить. Так, вот вижу один кусок здесь. Один наверху на башне, слева. Вот сюда, сюда. Блин, ну это жестко. Так, тебя зип наверх стоит, да? Да. Да, я видел. Но он его контролит. Да. У меня 2040%. Очень долго. Тяжелых нету. А где тяжелые были? Вот в этом. Здесь контейнер смерти. Сейчас этот контейнер чёрт. БХ ультанул. Так давайте уйдем.
Давай тогда, ладно, идем. Что, погнали, пиво? Гранат приехал. Да пошел ты нахуй, блядь. Эзип? Да, наверх могу дать. Да, давай. Да, давай. Вот тут где второй. Юля, они за тобой поехали. Юля, они прям за тобой бегут по крыше. Или за нами. Они что, охуели? Теперь, короче, они за нами бегут. Да, давай лутаться здесь. Здесь прицел, короткая дистанция второго уровня. Здесь много тяжелых. Что здесь? Да. А, щит, да, не пить, не надо. Может, найдем их все-таки и убьем? А я что их искать? Вон они вдвоем, вон раз, и слева второй лезет к нему. Так. На крыше. В принципе, как вариант. Да, они там же сидят. Блин, я не знаю. Вон они. Ну, может, они уже спрыгнули. Да, сюда идут, вот они. Подходят. Ну надо забирать. Они нас дали. 48 одному дал. Я к нему 20 дал, но он не тоже. А у него, по-моему, брони уже нету. Без брони наверху. И тут еще один. Они транзит, они транзит. Сюда подошли. Это вот все. Без брони на втором этаже. Вот тут. Без брони тоже. Да, подбрил я его тоже. Она у нахуй. Прыгнул, прыгнул, банга. Банга прыгнула. Силюсь. Они резают. Да, надо врываться. Мало. Так надо было сразу с ними. Чебухи, блядь. Храбрили. Я ж подумал, вот нам они там такие. Кольцо совсем рядом. Кольцо, жив даю. Блять, не та броня, сука. Че нет? Тяжелых 146, легких 142, банок нету. А, банок 9 маленьких. У меня 4 маленьких, одна большая, но я еще заюзаю. Слева дроп. Так, банки. Три банки. Два дропа рядом. Нет, один дроп рядом. Вот тот. Вот тот безопасный. Так, рядом по крылышке. Стрем. А где все? Сколько мы играем? У меня нема. Я не хочу, но поделюсь. Я на возьми 40 штук скину. Мочти. Да.
Я чё бегаю рядом с тобой? Ты мне дашь тяжелое? А, она скинула уже. Где? А, вот она. Сори, не видел. Элстар и увеличенный. Он не так и нужен, Элстар. Что делать? У нас ППшки лишние. Да? Возьми-ка его вместо ППшки. Легкие тебе нужны, кстати, здесь тюнингом надо стать вам. А я все есть. Забирай, у меня 300. Сейчас буду хлюпать. Осторожно. Так и что, зона уже такая маленькая. Так, отряды куда всадились, я не понял. Мы вроде только начали играть, а вы вообще нет. Короче, 10 человек, 4 склада. Чего? Где будет зона? Да, наверное, на железке. Вот там вот, наверное, как обычно. Я там, по-моему, ни разу не был, когда она сужалась. Бункер. Дроп прям на нас почти. Да, да. О-о-о! Ух, ебать, я вскочил. Да, вот на метке. Все, остальные фуловые. Перезаряжаю. Это был последний. Вычитай выздоровление. Да. Так, во-первых, выход из бункера вам нужно закрыть, я думаю. Да. Размещаю ловушку с газом. Во-вторых. Во-вторых, дроп золотой. Да. Блять. Что, на арене туда сжимается зона? Ну, походу, да, похоже на то. Можно пойдем, пока да. Здесь поступить. О, да, давай. Сейчас я немножко еще покидаю. Так-то. Но они, скорее всего, там сидят. Размещаю ловушку с газом. Да, я тоже так думаю. Это что? Можно брать? Ага. Спасибо. Справа топают на как раз на той железке. Ага. Ох ты, это крутые ребята, смотри на них. Нет, но они таким образом покажут нам, типа, выходите, пацаны, мы здесь. Ну да, а у нас, блядь... Да. Вы вообще смешно выглядите. Смотри, он лутается. Снайпер есть? Нет, нету, нету. А это кто такой, не понял. Почему те справа были? Не-не-не, стреляли справа. Или это реально сольно? Ладно, сейчас чек. А, во-во-во, крыша. Нашел подопытного. Ага. Он приседает, смотри, он приседает. Спорились, они спорились, да-да-да. Они приседают, короче. Направо, отходим направо. Поехали, погнали. Блять, меня утонули, да, я не могу. Да, вообще больше.
Да, они просто угорают по нами. Это ты еще близко меня убил, тип. Кто здесь пойдет? Да, там один из них, короче, когда меня увидел, просто хотел приседать. Ну, здорово, пацаны. Нихуя себе. Так не покажут или покажут? А что-то смерти меня тоже 4700, которая, блядь, чемпион нахуй. О, неделю обновили. О, мне дали 99 уровень. Пиздец. Но это когда, когда сюрикен цепится, сразу 50 дается. Мы в прошлый раз, помнишь, Никит, когда играли? Что? Ты тоже. Да. Я не рассчитывал там таких крутых ребят, просто в обычке не такое нет. Нажимай. Я после этой катки поднимаю сотый уровень наконец-то. Буду как нормальный человек. Так, у меня почему-то пишет, видео недоступно, блядь. А, я же с геймпадом на тем играю, блядь. Озера? Рта, сток? Озера. Я за озера. Хорошо. Ладно. Блин, вы такие тихие, один падик. Не чувствую. По-моему, мы одни. Тебе с толпой плохо, когда одни плохо. Я, кстати, сейчас начал только что обратил внимание. Рейв, походу, самый маленький рост, да? Да, мне тоже кажется, у Lifeline, потому что как за нее не берешь играть после, особенно там железки или Гибралтара. Ебать, такой типа, че нахуй, что это за гном? Я первый раз обратил внимание, что какая модификация? Молотящий, не нахуй. Да. Здесь есть модификация. Череполом. Да? Да. О, а я это забрал. Ты полом забрал?
Ну, череповому Юля попросила, а я заберу энергетическую на хаос. Мне нужна модификация. Рисуют нас токи. Несу череповом. Я вот напрямик в зону пошел. Я вы уже там чуть в стороне, поэтому я думаю. Хотя да, можно через яму. А времени не так уж много. Ну я погнал там на яму. Надеюсь, не умру. Юль? А что раздетый? Что нет брони? Если увидите его, кричите. Не поспоришь. Видите карту? Мы так далеко друг от друга. Здесь синяя броня. Здесь корпус не щит. Чего там я? Кольцо рядом. 10 секунд. Использую крюк. Здесь стандартный приклад. Второго уровня. Чур мое. Кольцо движется. Шевелитесь. Здесь аккумулятор щита. Здесь АК-99. Тройная атака очень сильная. Юля, возьмешь телефон? Держи. Здесь рисует на стоке. Да, сейчас. Ой, бать. Да. Да, я с тобой. Лоховская броня у него. Двое, здесь двое. Трое. Здесь что надо мне? Это я вас вижу уже. О, меня чекнули. Зип дали. Зип дали, да. Хорош. Доход. БХ. Ног. Коридора. Переши ты, Юр, подожди. Я рядом. Да. Сзади еще склад, да. Берегись, граната. Макс, тут. Портал. Это Юля вышла. А, это не наш портал вырубил. Да. Зона далековато. Надо уходить. Попробуем оттуда. Не похоже. Нет. Может быть. Да.
Но у нас два пути. Налево мы пойдем? Они, походу, налево и пошли. Да, направо. Кто он рядом, надо быстрее бежать. Сейчас. Только не выходите прямо, давай чуть в сторону выйдем. Никит, ХП не забывай. Да. О, по мне, да? Работают, да, сверху. Сейчас портал поставлю здесь. Вот. На трубе, сверху. 1% еще. Все, погнал. И на крышу сразу. Вот. Это даже можно там взять. Я тебя подлатаю. Больших отечек нету мной. Да, так же понял. Две маленькие и все. Маленькие не есть. Дроп заберем. Одна минута, кольцо рядом. Где они? Держи. Обнаружен враг. Ага. Открываю огонь по врагу. Кидаю осколочную. У меня наверху, вот здесь вот. Иди, иди сюда. Сейчас на зипе уедем туда, вот с этого зипа, на ту сторону. И потом еду наверх дожди. Меня спалили. Меня заметили. Кольцо неподалеку, полминуты. Я с вами. Давай, пошла. Они с кем-то стреляют? Они с кем-то хватит. Нормально, они с кем-то берут. Будем жить это время. Они так же на крышу ползут, но они со снайперками. А нас смотрят, смотрят. Да, да, видят нас. Лучше давайте на типе уедем туда дальше, в зеленую локацию. Давай, давай. И снайперов много там. Припасы на подходе. Обожаю добычу. О, там дропчик. А, вот ты, снайперка. Хорош. Нет, с кем-то воюется. О, ебать, турбочача, блядь. Легкого увеличенного не видели? Yeah. Крабер. Вот его я возьму, наверное. Не какая-то фигня. Хорошо, я туда золото открою хуйню. Не, по хилкам, конечно, все плохо. Топают. Да, его подходит. Нокнули. Рей, это, блядь. Ой, похуй. Двое на меня. Нет, есть снайперка? Погнали наверх, на самый верх.
Да, только здесь, стой, зипом только. Нет, на самый верх, прям, на крышу здания. Может, здесь найдется что-то дельное? Блин, я тебе там поставил портал, думал, сейчас ты успеешь убежать. Ну чё, всё норм. Так его нахуй. Вон еще один хер стоит. Ты видал? Между ног, да. Теперь на тебе мороженое должен брать. Легенд, блядь. Да ебаная железка, я тебе говорю, я... Мы с тобой играли, когда я в голову дал с миротворца железки, почти полностью зарядился луч ближней дистанции 25, блядь. Я так сгорел, не с тобой играл. Я так сгорел, нахуй, я записал видос, потому что я, блядь, просто охуел. Я пальцы сломал, в прыжке целился, прицелился, выстрелил и 25, блядь. Это просто, блядь, пизда, нахуй. Это типа, блядь, вот тебе ебаный ублюдок. Они вон там трутся. Они боятся. Смотри тоже, чтобы тебе скрайбера не пролетело. Блин, опять я между ног попадаю. Я пока не хочу патроны тратить. Скрайбер все-таки это... Никита, ты в зоне? А, ты уже все. Не, я все, ты че? Где этот петух? Повезло нам. Враг в поле видимости. Снайпер стоит. Мастиф, по-моему, подобрал. Где там что? У них там прям вообще весело все, они прям... Да, у них, блядь, вечеринка. Выживают, а... Ой, хорош. Да. У нас плохо стало. Тут аж не надо. Да, железка уталась. Да, там один под нами, кстати, бегает. Привет. Вон правее были. Юль, вот сюда смотри, вот здесь тир. Ладно. Такая задача. Гибралтар почему-то кинул, вообще странная команда. Гибралтар убежал, от них они воюют. Угу. Он может, блядь, под вами ультануть и пиздец вам. Или посмотри наверх. А мы можем под крышу встать. Макс, посмотри наверх. А, да. А, не, ну хуйня, нормально, можно жить. Гибралтар туда забежал. Сказуемый пес. Мы уже внутри. Лидер по убийству. Ты, кстати, можешь без зипа отсюда залезть. Вот отсюда. Пойдем сюда. У вас кто-то бегает, по-моему, Макс. Не-не, это Юра 3. Да, кто-то да. Бегает. Да. Стой, Юль. Наверх, крюк наверх. Да. Там еще танк. Блин, а что я не подниму, а если подниму, то не вывезу.
А, ты сама? Давай, молодец. Вот сюда потом дай крюк, кошку. Сюда метку поставил. Быстрее, прям сейчас. Да. Он же сюда не может залезть. Да, залез. Ребята, какой реактивный. Да, блядь. Сидел в засаде, блядь. Что, можно с вами? Давай, пока. Давай, пока. Да, конечно, конечно. Где этот, блядь, мелкий? Вот он. Все, я схожу. Бунтарь, это на туре пишет? Этим хотел заниматься раскрутчатами. Да я шутил, ты чё, угораешь? Нет, Ваня, раскрутки. А так, да, okay. Это я был. Значит, тебя Егор зовут, да? Угу. Сейчас его режим вывели, теперь все, только в трио. Так, жаль. Че, Ник, ты сейчас будет топ-1? Угу. Отполировал крюк. I believe I can touch the sky. Те, кто попадает сюда, не привыкли сидеть без дела. Во, я убью ее нахуй. Это опасно. База? Купол? Череп? Давай, база. Пока, Бунтарь. Так, куда падаем? А, давай на дальнюю, потому что на ближнюю, да, на ближнюю падают вклад. Угу. Бунтарь с ними пошел. Он из туса вылетел, он никогда не слышит. Да, мы поэтому прилетели сюда. Надеюсь, что-то тоже прочитаем. Прикольно, если вы сюда вернетесь. Да, погнали, да. Ну ё-моё, вообще не понял. Там один... А это эти, по-моему, чемпионы. Вон он. Понимаешь? Хлопаните быстрее, я пока за дверью прячусь. Быстрее ко мне. Ресит. Я у тебя. Зря. Да, у меня здесь. Зря.
Ну, нет. Шотный там мираж должен быть. Рядом брат. А, нет. Вот, 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 вот. Да, да, знаю. Да. А такой. А чемпионы были, что ли? Да фиг знает. Далеко мы слишком оказались. Да, они имеют совки никаких, но. А, нафиг себе. Ну сейчас будет показывать. Максим, ты этот. За дюпу две эмблемы? Видите? Да. А как ты сделал? Нам были надо на миллиметр вытащить чуть-чуть кабель LAN и там еще 5-6 секунд. Нет, там вообще все изи. Там ставишь просто, короче... О чем речь? Эмблему. Ну то, что у меня две эмблемы на уровень стоит. В Гибралтаре. Ну у меня также стояло у Бангалор. Да, там короче ставишь на вторую эмблему ставишь уровень. А первую что угодно. И потом заходишь просто в боевой пропуск. Там что-то. Короче, находишь вкладку, где типа награда, эмблема высокой. И нажимаешь снарядить. Ага. Твой уровень. Все, и у тебя две эмблемы. А, другие эмблемы, да? А другие вот знаю как. Другие, смотри, берется. Кабель, ну именно кабель тебе нужно вытащить с блоки чуть-чуть прям. На миллиметр. И у тебя есть 5-6 секунд, чтобы выставить эмблему. Все. Можно повтор? Да. Да, давай. Да, хорошо. Это лучше, да, вместе. Давай. Два склада. Два склада. Три склада. О, они тоже крутятся. Так, куда падаем, да? Мы сюда прям? Потом на дипе еще уедем. Ну там очень много. Да нет, нет, они отлетели, они отлетели. Я один. Да, да, да. Вы давайте быстрее удайтесь. Нет, нет пушки, нет пушки. А ту сторону поймали? Да, да. О, я кого-то нокаутировал гренкой. А давай назад. Там лутно, да. За лутно. Давайте ко мне. Да, бежим. И опять без брони какого-то. А что, без брони это было? А я забрал. Сзади, бунтарь, сзади. Сзади, сзади, сзади. Где-то в дыму был петух. Здесь один. Легких нету. У меня нихуя нету. Отбегайте, отбегайте, я бегу. Добивайте быстрее, кулаком, кулаком. Есть, есть, есть. Я есть оружие, дайте оружие, блядь. Хаус. Сил вот нет, да? Там есть контейнер, берите. До четырех у меня. Должно быть неплохо контейнер. Четыре шприца нашел. А, здесь много контейнеров. Мне энергия нужна. О, энергия. Там энергии, блин. Там энергии. Я себя подлатаю. А мне легкие. Там жижа. У меня, в принципе, парень. Есть шприц лишний. Да. Бегут. Идут, идут, идут. Гренка. Я не знаю, что мы гренок. Тихо, не надо, это мираж, мираж, не надо, он еще выпал всего. Угу. Тихо, это жжем. Я скоро это портал будет, сюда. Через 10%. Я на лестницу на портал выбегу. Они с лестницы пришли, они справа там. Они спустились. И наверху бегает, и наверху бегает. Сзади, 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 сзади. Один вот остался, ребят.
какую-то машину. Пожарный мелк возьму. Тяжелая езда? Да, не видел. Ну это четко. С тобой можно, Данил, у нас фул, братан, извини. Блять, у меня нету хилок вообще. И три легких патрона. Так, легких у меня 200. Очень не скинул. Легкий не скинул, потому что самого. 2000 маленько скинул. Спасибо. Вот это замес был. Да. Я даже приближаться не успел. Я 24 в одной катке сделал кила. Хорош, хорош. Что ты сделал? Да нет, это парень, девушка, чувачок. Человечек пишет на стриме. С нами хочет 24 кила сделал в одной катке. Хорош. Да, молодец. У меня 13 максимум. Слушайте, я чувствую, что сойдется на авиабазу в зоне. Ну, лута нет, надо лута. Давай через шар, да, и залутаем дроп. Где пистолет? Вот туда давай. А это лутали вообще? Да, 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 лутали. Да. А, по-моему, на авиабазе. Да, давай, счастливо. Да. Хорошей игры. У меня! Да, вот так. Мираж. Ультанул. Прыгнул вниз. Попал. Бангалор без брони. Я убегаю. Сейчас выйдет железка здесь. Железка. Да. Обходим, обходим, дальше. Железка дохлый вообще ушел. Так, бля, я тут заперт нахуй. Вон там. Вот, вот. Один за бэкграунд. Слева у меня топ под. Улетел. Вон там стоит портала. Да, мне закинуть другой склад закинуть. Да, вот тут, вот тут. Где-то вот здесь вот. Вон он наверху. Меня спалили. Бахтар здесь. Я возьму патронов. Нет. Я обхожу клан, за мной идут петухи. Да, этого заберем. Я отъехал. Наверху. Вот здесь жилетка. Ну, вот тут внизу. Ебать, откуда их столько? Сейчас. Сейчас, сейчас, секунду. Да нет ничего. Хуя народ. Да пизда вообще. Там был вклад. Да пофиг. Ай, блядь. Последний патрон не добил. Да, там робот. Я на него смогу взять.
Ебать, мы неудачно залетели, пиздец. Да это ебаный робот, блядь. Максимум между ног сегодня стрельнул, оцелился в голову, блядь. В голову, да, по-моему, дал? Да. Бежит еще, БК бежит. А, чуть не добил, ну я. Опа. Там левые, походу, пришли еще. Да, там еще скот. Да нет, там. Вон, прыгает справа. Ебать, хуярит. А шар построил. Скин поменял, блядь. Бунтарь, блядь. Что за бред? Справа входит. Они, наверное, напрягаются за тобой бегать. А я не нравится, понимаешь? Бегут за ним втроем, он их пиздит. Ебать ты хорош, бандарь, блядь. Там бы так вот обосрался, блядь. Ты, блядь, у тебя 8 пальцев на каждой руке, блядь. Сзади, блядь. Сзади, сзади, сзади. Вот оно, да. Поджали жестко. Пиздюки. Ага, вон они, в домике. Тебя хп мало. Да. Какой шоп. Я не успею. Здорово. Ебать жестко. Постановлю. Бунтар, ты крут, блядь. Всех нахуярил еще ультой. Сколько он дамажил-то? Бля, чуть-чуть датчик не хватило, блядь. Серьезно. Да ну ладно, угадай, не знаю. БХ, зараза, убежала. Просто бегу за мной, я их фигарю. Мне нравится, походу. Да. Тебе на бангу скин выпал, ты за это решил за нее играть, да? Да не, я что-то нет, я решил поиграть, сейчас попробую, да, мне вообще понравилось. Прикольно. Я думаю, сейчас дом вытащу, короче, можно было залезть, ой, да, сажать банку. Мне кажется, вот скат меня добивает. А там левый скат еще пришел. Mm-hmm. Я просто бегаю вокруг, фигарю. Одного убил, нет. Было, если она будет бежать мне. Второго нокнул, нет. Перейдем на затвор. Чё с этого игра, бля, про дрочить, передернуть затвор, наполировать крюк, блядь. Да уж. Разрабы какие. Опасные. Нормально, 211 убийств, уже второй мечик. Вот тебе конкурент, бунтарь. Да, надо меня убью. Реле, топи, арта. Давайте приземлимся. Арта, арта. Может, реле? Хотя давай череп. Или арту, да, арту, арту. На арте будет народ. БХ, лайфлайн. Ага. На дальнюю? Давайте. Я на центр. Хорошо. Я-то с собой.
Хорошо, тут два склада. Два склада, один на стенку, другой на другое здание. Вообще пофиг. Ну так как ты мантишь, блядь, конечно тебе похуй. У меня ж три руки, ты чё? И на каждую по 8 пальцев. О, нормально, смотрите, ведомость вначале по магазину разведчик. А и броня, можно все играть. Кто-то, по-моему, приехал. Пришел. У меня где-то бегают. Да. А, ебать. Нихуя себе, у меня двое. Я не помогу тебе, меня там зажмут. Да-да, я понял. Попробуй. Так вот. Сейчас по одному попробую. Lifeline 798. Бизнес, блядь. Так. С синей броней с моей. Говнюк. Серьезно? Да, все, Макс, слева, слева. Да. Граната перед лицом, блядь. Опять так ты хуяру. Откуда они все, блядь? Почему ты заслал на фильм? Вот это лайфлайн. Он с мазомниками убил? Не, да, она... Да? У меня с мазомника с мазомниками. Нормально. Просто, блядь, лайфу не могу попасть. То с видом уворачиваюсь, не целюсь, тупо стреляю. Да, тупо, да, тупо, я видел. Да, я видел. А я не могу упор не попасть, просто так. Нет. Что-то дым. Босовый. Почему у дымгала нет маски, типа на дым, чтобы она не видела? Есть прицел? Видела очертания дыма? Ну, вообще. Не, а, чтобы она дым не видела, красного, врагов красного. Это было вообще имба просто. Накидываешь на пацан дым, ты его видишь. Вокруг дым бегаешь и бежишь. Да, да, я за БХ сыграю. Отработанные гильзы. Пахнет победой. Озера? Да. Логика. Склад. Два склада, два склада. Два склада, да. Куда летим? Давайте все вместе уложим. Давай, да, давай. Да. Вот на дальнем мне нравится. Я еще убегу, у меня с макетой есть. Где-то бегают. Так, шлемы, блядь, вся хуйня. У меня бегает. У меня двое нахуй. Так, Никитя. Как они тебя не убили? Да убили уже, блядь. Там дальше рейд. Блядь, да как нахуй? Тварь ебаная. Дым дай. Да. Рейд туда пошел. Я подниму. Давай. Забери рейд нахуй. Тварь эту ебаную, блядь. Рейд. Забейте, быстрее. Блин, да нечем, братан, нечем. А, блин. Я пошел вот так. Она шотная. Не, зря, Максим. Она не трясусь. Чё успеть? Лагаю. Лагаю. Я лагал. Нет, это просто бред. Я ни разу не попался в отлайн 20 патронов, ни разу. Бля, я не знаю, что делать, у меня мазамбик. Да и ладно. Два мазамбика, блядь. Чё за хуйня? Я сейчас.
меня за ногу. У меня 14 тысяч убийств у этой рейв. Пиздец, бред, блядь. Просто бред. Откуда у них сразу миротворцы, блядь? А у меня шлем. Охуенно, 5 выстрелов с Мозамбика, 80 дэмэджа. 5 выстрелов, блядь, это так дохуя, блядь. Ты говоришь? Дальше я выйду. Конечно, может быть. Точно. Так, не хочу железку, возьму рейв. А я хочу железку. Бери железку. Ой, ты так скинь железку. Бля, Макс. И ты тоже уродский, блядь, как и Спиди. Блядь, мой скин сейчас лучше. Ты не понимаешь просто, что это. Ему уменьшили эти ноги. Теперь стало. Это ваш чемпион. Вылепься. У меня одно попадание с лука. О, мой соперник. Белка. Я не хотела на попадание с лука, чтобы не сидеть. Это еще урон. Хорошее место для высадки. Хорошо. Это бред. Причем у меня было еще 700 тоже. Да. Я думаю, можно не смотреть, сколько шмаров сюда летит. Да, нахуя. А куда летим, на ближнюю? В принципе, знаете, не нужно. Я всегда в центр упаду, еще я пью. А что, мне заедутается? Со мной шлюха. Я блять, Макс, а. Сука. Хоть могу я что-то не скинуть. Энергию дашь, скинуть? Если найдешь? Перестань ага, скинуть. Да, я взял. Тут увеличенный тяжелый. Тоже взял, да. Куда у меня люди? Иду. Идем, идем, идем. Не, по железке наверх ушла. Хотя здесь есть. Пошли, может? Диван тоже. Да, я иду, иду, иду. Где? 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 Не попал нихуя. Все мимо. Да как так-то, блядь? Перезаряжаю. Перезаряжаю. Тут рейш. Нокнул рейв. Одна ласт. Это ласт, ласт. Что хуеть, блядь? У меня прям вот прыгает. Он ласт, прыгает, ласт. Вот в углу. Он смотрит тебя, смотрит. Ух, не блядь. И он умер. А нет, тот он не умер. Он живой. Оно живое. Просто спрятался, не понял, что он спрятался, сжёг ко мне просто в форме. Фигач. Что там, Юля заходит или чё? Она отвалилась что-то. Ну, черкани ей. Или хочешь, я могу ей написать. Сейчас спрошу. Так, всё, давай себе. Бля, меня все зовут, блядь, в Орех играть. Я половину не знаю, кто это такие, блядь. Зерил Кольгоски, да. Зерил, да, потом Хим Вик кидал. Я не помню, кто это, блядь. По-моему, русский. Ты чё, всё, ушла или чё? Компания таких рыб отбраковывают, а некоторые цепляют.
он такой бомбеж. Игрок хоть, наверное, сейчас. Это же не то. Да похуй, пойдем. Куда пойдем? В катку. Юля не отвечает? Нет. Ну все, погнали. Я хуй знает, Макс, ты стрелялся с рейв, я стрелял в нее, три обоймы выпустил, блядь, ни одного патрона не попал. Бывает. Нет, сменщик гребаный был, блин. Чё, щит? Сменщик. А, щит терпеть его не могу. Ой, сменщик, ищейка. Бля, ну она крутая. Она... Ой, вообще... Она... Без перемещателя. Без... Даже она вот с дефолтным магазином, она, по-моему, если все положить в цель, в торс, 260, по-моему, дэмэджа выдает. Ну смотри, каждый пульк 15 урона. В магазине ну, вот. 5 пульк. 75 урона. В магазине 20 в дефолтном. В ищейке. Точно. По 5... А, ну там жесткий урон идет. Да, я же говорю, там, ну там дохуя, там по хватает вообще, на все хватает. Ну это наша попасть, знаешь? Ну нет, конечно. Это просто. Ну да. Найти там золотой рюкзак и сдохнуть без оружия. Да. Я сейчас по усерию этого пойти. 30 игроков. 27. Куда падаем? На какой край? Может сюда? На левый давай. Да? Я там сюда падаю. Чтобы еще бы с вами. Грань. Ну, в принципе, по усерию летит, но ничего страшного. Хорошо, наоборот. Апекс из-за этого и был запланирован. Вот такие вот. О, зато сменщик. Я думаю, мне повезло. Так, у меня здесь уже кто-то был. Нет брони, Макс? Броня у вас, нет. С другой стороны, у вас люди. Метни, хилик. Так, я на крышу. На крышу у меня. Да ну ёбаная ты, пошел, сука, блядь. Да я уже когда поднялся, услышал её. Нопала я. Хорош. Ааа, мне в спину стрельнул, да, крыса. Никита, Никита, ой, Максим, можешь риснуть. Да нет никого. А чё тебя убило там? Максим, давай быстрее только. А, я ко мне иду. Да, вон срыв. Ты можешь резнуть, будем стрелял, он один. Так быстрее. Я пока здесь не буду резать, давай убежим лучше. Да. Резать вот здесь. Перебазируемся сюда. Что я сделал? Маш, ты драться собрался? Да, чуть. Чуть-чуть. Ой, я в нокдауне, да? Я мою в крови, я пала. Какого хера? Ладно, мне придется сейчас все вокруг убежать, а иначе отъеду. Что-то мне там карабина, походу, в голову пугачит.
спасибо. Нежесть. Блин, где бронь? Бегут, бегут, бегут. Шип. Там, где тебя нокнули. Вон так. Слышишь, да? Чекаю. Там нечего уже лутать? Там? Да, да, бегут, вижу. Где, где? Можно метку? Я отвлеку их внимание немного. Есть что залутать? Да. По мне работают. Это та, которая меня убила. А, это да. Пушки нету. Блин, она жесткая. Она сердится 9. Ты видишь, как она лучше? Туда не 5. Где она? Я не вижу. Вижу. Чекаем, чекаем быстрее. Чекаем, да. Броню сломал ей. Здесь у дома она. Брони нет. Я покажу руин, еще здесь люди. Шарик полетели. Уходит за ним. Бля, он челик. Чекай, чекай, братан, чекай, братан. Я, наверное, не выйду. Нет, это за руин, катка просто за руина. Да а ладно, везде враги. Да, пиздец. Бун... А, нет, бункер с золотом. Тут контейнер есть. Да. То есть, быстрее вот дай. За мной едут. Тут нечего вот так. Видон, ты чё? Ну, мне не нужен. Да, Максим сейчас прибежит. Да. Да, всё, меня убили. Там файтится, может меня спасти. Пока там файтится. Да. Я вот так делаю, смотри. Рисую, рисую. Давай. И снайперка есть, можешь пострелять. Ну типа, короче, 18 тяжелых патронов к хэму эти с их встретим. Чекай, чекай. Дым. Это позы тарей, которые меня... 15. 45. 15, 30 еще дал. Есть тяжелый? Дайте тяжелый хоть чуть-чуть. Да, сейчас дам. Спасибо. Че, пушим? Он спину мог зайти. Да. Да, там файсис. Поехали, да? Че нам терять, в принципе? Мы же не выбираем. Вот там был. И вот там был. Да, был так, кстати, стоит. Отлично. Ребят, знаете, сколько у меня легких патронов? Вы бы знали бы. Дайте мне. Подходит. Вот, на. Здесь. Они здесь. Лутают тоже. Значит, чекаю. Почти без брони, 96 дал. Я обхожу, я пойду, давайте пойду. Еще дохуя дал. Я обхожу их с другой стороны. Они дым дали, убегают. Да. О! Нокнул, нокнул. Сейчас подлутаюсь. Быстрее, help me. Давай их нокнул. Быстрее. Рашки. Бежим. А где третий? Не знаю. А, у него золотой щит, прикиньте, был золотой. Где-то лутает так по лесу. Ну ты как бы не. О, господи, о, господи. А у него золотой щит был, робот, он резался. Ну, фак. Эти накиши они коцают. Осталось половина отряда. Кому за это, кому за то сменщик? Не, у меня фуловый сменщик. Двигал, но защищает обороне.
Давайте в зону. Кстати, смотрите, убили этих золотов, все нормально. Вообще говорили без золота. О, пойдем. Давайте посмотрим, что здесь. На этом, да, на бункере. Пойдем. Опять лучше в зону. У нас позиционка будет получше. Просто серьезно говорю, мы можем захватить. Нас вот здесь могут. Одна минута. Кольцо не так далеко. В принципе, если туда типа поставить, чтобы это идеально просто. То занять полицию. Да, можно. Там будет. Давай. Там он оттуда я есть учу. Зип какой-то. Или туда какой-то зип левый, видите, наверху вот. Пойдем сюда. Да. Да, чуть постреляю, прям хочет. Там прям давай. Такой замес жесткий. Да. Это не видик. Он да, прям рядом. Каскать рядом. Вот они все. Да, я на принципе мяу хочу. Очень нас спасибо. Удай, удай, удай. Алёный, хочу там удал. Дайте на запушим. Там фуфат. Вот, БХ, БХ здесь. Через эту дверь выходит. Нокнул. Кирюш. А, вот один на кауче. Сейчас залетает бронь. Плюс. Расправились с лидером по убийству. На подходе. Ема, у меня аптечка. Это вообще не твоя броня. Это еще сверху файтся. Быстрее, зону, зону, зону. По идее, они только... Он. А им здесь возможно отсюда идти. Дым накинули. Угу. Они по-любому оттуда падают. Сейчас подлутают. Слева. Он там? Слева? У нас кто-то здесь стрелят, по-моему. Не, да, меня стрелят, ага. Прикиньте, прикиньте, они еще стреляют за зону, прикиньте. Они чекают. Стреляют. А им делать нечего больше. Так они зохнут, зону. О, идет, идет. Ну, вот. Собака. А у него зону, все, сдохнут. Вон еще. А. Вон еще один, да. Нет, это он. Это он сейчас. А нет, там еще один, да. И что это я убил? Все. О, как золотой. Я так и знаю, что золотой где-то не лежит. Золотой у меня тоже. Да, у меня тоже. Еще, да вы че? Черт. Это я просрал свою удачу. У меня мало аптечек, 4 штуки всего маленькие. О, блядь! Ебать. Так, ну что мы забираем тоже? Макс, ты че, блядь? Кольцо не слишком далеко. Два золотых рюкзака у нас. Вот. Так, погодите, мне надо написать сейчас. Маленьких банок, у кого сколько? У меня 6 штук. Я тебя скину, иди сюда. Где я? У нас ровно по 8 тебе. Да, у меня лагает. Слышь, люди? Они нас ждут. Давайте обойдем по-быстрому. Где? Где, где, где? У меня портал готов. Давай. Портал. Я тогда, в принципе, не спал. Давай портал, и все идут. Да, и все бегут пешком, блядь. Кольцо близко. Ну я-то, в принципе, все равно быстрее дошел. Вот максимум ханулся. Могу маленький скинуть, у меня много. Да, давай. Мне аптечки нужны, две штуки и все. О, чекай, одна штука. Спасибо. Так, это некуда взять. Ну и ладно.
оставь себе. А они где-то здесь будут чекать. О, дропчик. Здесь припасы. Возьму крабер, если будет. Я мастиф. Так, мы сидим на возвышенности. Еще один дропчик. Так, на, ребят, на клетке. А, не на клетке. Да, да, на клетке. Последний склад. О! Прикиньте, я хочу поставил. Хочу отсюда. Блин, пожалуйста, крабер. Второй мастер. Первый потом возьми. Майку потом возьми. А там же мастер. П-20-20, что ли, блядь? Да. Да. Ребят, еще у меня готова ульта. Нет, через еще таблет крабер сажусь. Ульта будет готова, и можно не запушить. Я ультану под... Я смог там. И ультану, давай. Наверху, на самом верху был. Минута до сужения. Кстати, ты же на них есть ульта. Погнали, я смог кидать, А где там группа? Быстрее. Я смог укинул быстрее, можно? Пушить. Да, я бегу. Да, я ультую тогда. Да, ультуй. Сейчас я посередку прям. Выше нот! Сейчас я им покажу. Удар с воздуха. Кто-то в фазу вошел. Блин, что это? Они ниже упали еще, блядь. Да, они ниже упали, да. Pathfinder где-то бегает. Короче, ребят, можно было там пазик завести. Ну поздно. Максим, ты можешь дико было поставить сюда, и все мы делать. Едет. Они внутри катаются, смотрите. Я упал вниз. Ай. Всем легко. Тихо. Они... Йо, с этой стороны стреливают. А, кто-то наверху без брони. Один без брони. Я отошел, я внизу. Все, я сидим. Все, сидим, мы на него говорим, есть кем. Мы сейчас отыграл. Все. Ребят, я пойду туда, хорошо? Да. Я туда схожу. Может, ты видать? Я думаю, они пойдут вот через эту хуйню. Давайте зайдем там сюда, на ту куда? Сторону. Куда? На ту сторону? А, ну хорошо. Я... А я тут буду. Илья, поеду, ты здесь сиди. Я уже поехал. Не, лучше вдвоем туда, я здесь один буду контролировать. Зон сойдет с надкой, то место скачет. Не, они просто могут по мосту спускаться начать. Будет не очень. Ну, мы будем их с двух сторон бить. Ага. Слышу, бегай. Просто сидите, ну, представляешь, что только банки ради. Хорошо. Хорош. Я им заглублю. Меня еще успеет одна домовуха отрезаться. Так, о, он бежит по мосту. Не попал нихуя. Шуша. Упал. А это Мират, нет? Нет. Нет, он наверху. У меня. Битая. Ушла дальше, вот сюда ушла. Наверху, вот, наверху.
Максим решит. Пожалуйста. Все, все, мы просрали, мы просрали. Максим, беги, у них зона. Они не в зоне, мы все. Ой, нет. Один остался у них, Никита. Никита, у тебя зато рюкзак, не забывай. Ну, бля, у меня, ты понимаешь, у меня 4 маленькие банки и 4 маленькие аптечки, и все. Ну, я бы, все, я тысячу раз бы спалился, пока ресался бы. Я подумал, что стоит, блядь. Ну, ну. Нормально. А сколько мы киллов сделали на склад? Десятка. Нормально, слабая игра какая-то вообще. Бунтарь? Чего? Не нажал. Я нажал, не долго. Хуя себе, блядь. Ты с бензопилой живешь? Короче, это игрок Fortnite. Бомбит. Или еще есть. А, вот видео. Как он орет. Короче. Он не может убить пацана. Упор. А, нет, не то, не то, не то. Я как же стример встречал, он Fortnite стримит и сами бомбит постоянно орет просто. Во всем. Отличная будет заварушка. Зажжем. Ну, Максу скоро 1000 кило. Ага. Закатим пирожку. Череп. У меня хорошее предчувствие насчет этого места. Там какое задачество? Там вообще никто не бывает. Нет? Дальний ваш конец. С нами, конкретно... с нами один склад, что ли, падает? Ага. Нонсенс. Нонсенс, блядь. Это, короче, походу, пацаны в рейтинг были. Да. До сих пор. Мне кажется, нами вообще не помню. Молодцы, мы в следующем кольце. Вообще не помню, слышно. Меня. Иду. Бегу, бегу, бегу. Значит, отходи. Блядь, да как так? Вообще дохлый просто там. Блядь, и у меня где-то топает. Вышел. Здесь сижу. Ага. На крышу залетел. Но железка очень битая. Ну, мы уже ничего с ней не сможем сделать. Попробуй я снять смогу, да. Да, давай. Нет, кто идет тут? Я чекаю, я чекаю. Секунду, у нас все получится. Никто не идет. Большое спасибо. Чинюсь. Нет, идет кто-то. По-моему. Вон так, ты один. Мы килимся. Уже... Макс, тут топает у меня. Тут не склад. Я его поднабрил.
Я не знаю, он где-то справа, по-моему, был на выходе. Может, не знаю, что будет сейчас. Бля, вообще патрон. Три патрона, не придумал. Нас уже. Последним патроном, бля. Тут еще кто-то бегает. У меня. Сука, крыса, каустик. Пойдем поможем. Угу. Бежит на меня. И рейд. Да я заебался отлетать, блядь, просто. Блядь. Как эта игра работает, что я один выстрел сделал по нему, а он по мне пять, блядь. Поднимает? Вот поднимает, там у тебя слышу. Резкий хуесос, блядь. Что-то не идет. Да. Надо, короче, все надо настроиться на игру. Так, возьму я нахуй катушку, блядь. Юля говорит, ну вы катаете. Типа. Ну, не, ну, блядь, типа, вообще похуй. Нет, катушку не хочу. Жирную корову возьму. Да ты чё, не надо. Это кто такая? Гибралтар? Лайфлайн. Я сейчас заебал играть за Pathfinder, я сейчас. Такого пика игра от нас не видела еще. Я, честно, можно уйти подальше, но я не люблю. Что-то нам бегать, лутаться, фретики, да, ну. Такое проверено. Да мне, если честно, не особо хочется выигрывать. Ну, типа, мне хочется попиздиться нормально. Попиздиться, да, да, да. 110 побед, блядь, вы долбоёба. Арта? Приземляемся сюда. Короче, фраги, да, набиваете? Ну, пытаемся, не очень получается. Я свой жим люблю. Да, я же увы. А мы одни падаем. Нет. Да. Как это нет, если да? Ну-ка, я чекаю. Да, они серьезно? Че за бред? Не, ну пацаны точно переиграю в рейтинг, но это невозможно. Кстати, кому скинуть этот трубочащу? Ну, хуй знает, я бы взял, но у меня пока некуда ее ставить. Бля, да преданность какое говно ебаное. Да преданность? Это сейчас выбочащий. Это что по оружию? Ну, гляди только. Блять, ну тут есть хаос. Ну, хаос. Да ну в пизду, 301-я, блядь, forever нахуй. Здесь R-301. А, минин корпус. Птица орёт. Под
X2 подойдет, просто X2. Хотя, а можешь подойти ко мне лично? Кто? А, давайте к шарику. Сейчас я вам двоим покажу. Зана одни всего здесь, то, что может сидеть на горе. Что можно? На горе здесь сидеть можно. Сейчас, на горе? Чекайте. Ну, на горе скатываешься, там время идет. Да, не идет время. Сейчас я чекну. Вот, я вам покажу. Вот там вот. Давайте посмотрим, что здесь. Ого. Слушайте, всё. Сюда, что-то мы разделились. Я могу сидеть. Поглядывайте класс. На карту. Здесь хорошая позиция здесь сейчас. Так, а что мы тут уже все залетали, да? Залетали, залетали, блядь. Куда пойдем? Да нахуя, хули там делать? Не знаю, давай пофайтимся. Погнали. Файтимся? Не-не-не-не. С даунами файтимся, погнали. Почему здесь нет 1 на 1? Да, ну, типа, как Fortnite, творческое. ППшечка. Следы, меня. Иду, иду, рядом. Нет, не рядом. О, нет, я не долетел еще пока что. И у меня тут тоже кто-то есть, я слышал. 20 секунд назад. Да, вот они бегают, вижу. Ага, да. Там по центру. О, меня чекнул, меня чекнул. Да, да, да. Отвлекаю. Я их вижу. Давайте я к нему упаду прямо сверху. А им попа не туда летит. Да. Они все забежали. Забил. Да, пизда, блядь. Двое у меня здесь. Что за бред ебаный, блядь? Как он нахуй? Хлопани, хлопани быстрее. Во всем лесу быстрее. Пока ушла. Рейф ушел пока. Я одного сотнул. Положил. Они в портале. Я за ними. Следы, да. Где? Дальше. А я сусу, Справа. Я возьму, короче, Рыжевич. Мы уложили чемпиона. Хорошая работа. Припасы на подходе. Всем в зону высадки. А что у тебя? Здесь кто-то проходил. Слушайте, а я жопнул Багналору и Варфаун. У меня не аптечек, не банок. Ну, мало. То что? Ладно. Спасибо. Да. Я там уже, наверное, до петухи залутали. У нас здесь дроп. Нет, блин, неужели я сустрелился? А почему не умерла? Я не понял это. Я одного. Здесь следы свежие. Они, значит, там. Я дроп золотая. Сзади меня. Да, я понял. Где они? Я в нокауте. Ресу, ресу. Стой, стой, куда ползешь? Она успела ресу прикиньте. Тут тяжелые есть. Я дам дрона. И меня. Блять, ну куда ты, блять, бунтарь, не хилься, не трать аптечки, блять. А, хуй на лад, блять, бестолковый, блять. О, а чей дым? Твой дым? У меня 24 легких всего лишь.
скинул там 80. А там же были, да. Я очень много скинул. Я понял. Вот, вон та, редикель все. У меня на С9. Это прицел и констабилизатор. Голд. Голд Боллс. Я ассист. Есть тяжелый. Приятно, что. Еще легких надо. 130 всего лишь. Ну а что, на чем? На R99. Да, тебе хватит. Вполне. Да, да. И на следующую карту. Тяжелых дохуя. Если маленькие аптечки нужны, у меня дохуя. Ну, в принципе, можно. Пока нужны, но... О, ладно, так. Обнаружен враг. Вот я их выдаю. Угу. Ты запушил? Да я... Вон хуярит. Не супал один? Не супал, да. Там все вниз. 58 дал одному. Второму 58. Там все вообще дохлое. Я дал пятерым, прикиньте. Нихуя себе. Я... 16. Утонул бы хан какой-то. Сзади. Ебать, нихуя себе. Бля, я сейчас. Я убил. Где? Кто? О, вот рюкзак. Все, убил всех. Ребят, кому да. Маленькие аптечки? Да я подскидывал. Да тоже. Ой, не аптечка, а эти щиты. По ней не надо. Еще один вот так. Нормально. Просто пришли, убили. Все. Угу. Там такой замес идет. Давайте быстрее. Просто заметишь. Слушайте сюда. Кольцо движется. Все, иду. А, все, их убили. Стреляю. Перезаряжаю. Да, у меня здесь много людей. Не хочу идти тоже. Ну, мы рядом. Зона вообще. Шар? Да, надо зону, да, зону направо. Да? Вон Тарь, че молчишь? Где они? Там где? Получайте дуговую звезду. Я на ХГ запрыгнул. Где? Давайте я их задумаю сейчас. А, Ватсон там. Ага, все вышло. Оп, можно. Вторая там была сзади. Сзади бежит. Вон Тарь, отъедешь, блядь, так а нахуй ты это делаешь? Я вернись быстрее, если у меня зато рюкзак. Я успею еще. Да я отъеду, походу. Не, нихуя. Давай на зип сразу же. Да не, отъедешь. Дрона дать? Есть феникс? Да дрона нахуй. Да, нахуй. Да. Давай. Там Юля группу просит, опять. Ну, пускай блин, там какая-то броня была. Ну ладно, он не будет не скрывать. Этот, вызываю сейчас. Отлично справляемся. Осталось только два вражеских отряда. Блин, да какая-то блин, там такой звук сейчас был. Здесь прицел для средней дистанции. Пойдемте на ботный, что ли?
Ты давай не так щеком не делай, потому что тебя очень слышно. Да, 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 я за. Так. Только к птице не подходите, пожалуйста, вот к этой. Угу. Вот тебе зверь. И к этой. Может, здесь найдется что-то интересное? Да, давайте ищи зверь. Еще два скора. Победа. Давайте вот сюда, что ли? Передислоцируемся сюда. Ну, на озерах закроется. У кого там машину можно воруют? У меня. Да, подскажи им, как это сделать, блядь, чтобы они успокоились уже, блядь. Посмотри, как видишь чемпионы чекать. 30-й уровень. И кто-то меня повисло. Такой себе. Интересно, на горе сидят. 30-й левел, да. Да, зип есть, но никого не вижу пока. Нет, нет, никого. Вижу, вижу, пуст, вот. Ебать. Да. Таня сломал. 12 еще дал. Можно пушить вообще, в принципе. Это на чего стрелять? Там вот хорошо? Фэфлайн, одиночки. У одного там вообще белый правильно. О, блин, тройной эффект слева. Да. Не вижу слева, с которой с тройным эффектом. А они сейчас на кого там дофикс. Пойдем? Пойдем зипу, пойдем зипу. Так, зипа тут есть, ага. Зипа есть. А, да, типа, а, давайте гору займем просто все, просто гору занимаем все. Тупой все. Даже есть кто не. Вот еще второй зип, надо вот этот зип. Инсуйте до того. А я упал. Хорош. Вот там еще зашел. Остался последний отряд. Бросаем. Что, врубаемся, что ли? Да, давай добей, добьем. Ульт, ульт, это, блядь, хуйня ебаная. Я вижу. Нокнул. Сзади, сзади, сзади. Хорош. Не успел я. Да, один килл, блядь. Вы чемпионы Апекс. Найс. Нихуя вы конченые, блядь. Да, мы такие. Спасибо, спасибо. Да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Конец чемпион. Нежно все не будет. Так, мне еще 7000 опыта, и я 110-й открою. Да, братанчиков, еще фул. Че фул? Спрашивают, фул сквад, не фул сквад. Там Юля хочет зайти. Ну, и смотри, если короче, типа бунтарь не будет обижаться, короче. Ну так ебать, блять. Ну, если типа без обид, то. Ну, мы типа с Юльки начинали играть. Можно с ней. Если типа вы за патриархат и, короче, никаких вообще там баб. Ну, я за патриархат, если честно. Я тоже. Ну, короче, ну, мне вообще, мне похуй. Да кто успеет, тот успеет, так сказать.
Так, мне что-то есть интересное. Вот это. Короче, я сказал, если зайдет, то гол, если не зайдет, то не гол. Угу. Не, пацан, если что. Ну, я уже заведомо стал называть тебя пацаном. Так, куда, череп? Она говорит, у нее плойка обновлялась. Если. А что, вышла обнова? Не знаю. У нее вышел поход. От этих, от прошивок, ну, чтобы не прошивать блоки. Как обычно. О, а, блядь, это Макс, я опять хотел. О, ебать, Макс, разбирайся с ним. Ёбаный конь стоит! Да, разбирайся с ним сам. Он меня, всё, меня взорвал. Ох, ебать, вы чё нахуй? Откуда вы здесь взялись-то? Ну, короче, у меня ничего нету, блядь. О, ебать, здорово, блядь, петух. Я убежал, потому что у меня один хаос, больше ничего. Никита, будь мужиком. Ой, напугал. Я сейчас убежусь и против вас попадусь. Ну давай. Никит, опахириться. Что? Опахириться. Так иди уходим, там кошмар. Так, против нас попадешься? Так давай, чё, залетай. Кто-то дымку поддал. Я, мне вообще все равно, что там происходит. На, давай. Да, там он взял. Короче, ладно, следующую катку зайдет, Юля. Да без проблем, без проблем. Надо новую катку. Да не, это еще не залито. Это еще можно вывести. Бунтарь, ты там всех убил? А, я понял. Да, конечно. Делать мне нечего. Меня накрыли, кто хочет забегать. Я не выйду, наверное. Короче. Очень глупо. Тут клещ. Опасный. Так, ой, не усать, не бог, я заутался, короче. Тройной эффект, Макс. Возьми. Возьми. Два тройных эффекта. И банок я понабрал, короче, могу поскидывать. Да, давай. Тут синяя броня. А, вот это. А чё я не вижу Никитова? А, я не знаю, чё ты его... Я его не отметил. Вот. Нет, а вот второй вижу. Ник, скажи, я пока что... Друг кину. Вот мой ник. Там 5 букв. Р, бря. Да. Сами двигаются? Что? Не было. Не было, не подскажу. Тебя же что-то мазал. Извините. Дразнил. Там у нас люди. Где люди? Здесь. Именно им показалось. На куполе хуярится. Угу. Может, не будет? А почему нет? Зона, конечно, идет. Но не особо далеко. У меня нет прицела. Вон там. Я не попаду в него. Спой меня, ладно.
Либо можно за... А кто упал? Пойдем, займем верх или как? Ладно, да, не за... можно. Ну, нам вообще в зону. Там еще тусовка у нас происходит. Да, у нас движуха в тусовке. Осталась половина отряда. Кидр, все не успеет забрать. Где это отдохни? Второй там стадо. Да, по левому сверху пойдем. О, сейчас надо вон туда перезагрузим сразу. Классно, на меня не открыли. А, Уотс где-то стоит. Там дохуя их. Уотс, Уотс. Уотс вообще ну, ну и просто. И пофишу. Лутаются, они там лутаются. Зря ты сломал. Ну, блять, поздно. Где? Тут очень много народу, я убежал. Нокнул. Макс, ты где? А, я думал, нокнул ты. А, меня хуярят. Хилич. Хорош. Здесь у меня в доме еще свет. Да, там Ватсон. Ничего себе, я убил Ватсон. Что там, есть что-нибудь интересное где? Да, у меня череп, по-моему, золотой прицел. Ой, золотой это. Ну, стоим себе за трассе просто. Здесь увеличенный тяжелый магазин. Есть энергия? Никто не видит энергию. А, нет, я возьму. 99-ка есть. Спасибо. Тут лайн транзигнул. А, мне кажется, не обращал внимания. Да, вот есть вот лайн. Я как был, я пошел. Да, бежим, бежим, бежим. Ты там далеко? Нет, а, братан, у нас фул, фул и фул, и фул. Я тебя добавлю, видел твой пригласк. Потом покатаем обязательно. Сегодня уже, наверное, не получится. Дымовая пошла. Секунду, надо подлечиться. Я дрона дам. И у меня есть этот дроп уже. А у нас дама была мощная. Где? Стой, что сейчас с артом? С артом закрыт. Посмотри, посмотри ее. Да там Макса жопа, блядь. Скажи, скажи, ты нужен твой рот? Ну, посмотри, да, ты видишь, как я рабочий, пьяный. Она подрабатывает, да? Секунду, надо подлечиться. Тихо стало. Знаете, на шарик. Ага. А тут не улучшена. Зона-то рядом. Здесь увеличенный тяжелый магазин. Отолдаемся. Здесь миротворец. Увеличенный энергетический возьму и патроны энергетические. Здесь есть дранец. Второго уровня. О, я тоже энергию собираю. Кому еще навалять? Да уж, операция разыграна как по нотам. Еще и поставь на шарике. 12 маленьких банок могу скинуть. Тоже есть. Мне нужен снайпер записывать. Ладно. Где-то, где-то видел X3. Есть вот такая зуба. Для короткой дистанции. О, спасибо. Подгончик. X3. Здесь ячейка щита. Здесь энергия. Давайте. Здесь шприц. Здесь кольцо в паре шагов. Осталось 10 секунд. Вон, вон он, вылезли на крышу. А иначе я буду встречать вон.
72 раза удал. Давай, да, погнали. Они же встретили. Давайте уж там обойдем. Давайте там будем. Ладно, давай. Надо пипец. Еще 60 градусов, тем более. Я вот готова. Еще контейнер нужен. Пит, может, 20-ку энергии можешь кинуть? Да, конечно, могу, иди сюда. 29. О, спасибо. Их возьму. Здесь есть модификация. Может, язык? Вообще желательно, наверное, да. Там когда язык открытый. Что язык? Да, прицела нету. X1. Ну, да, где ты? Давай я тебе X2 скину, он все равно на этом стоит, на хаосе. Не, мне X1 нужен. А, я понял. На флотлайн. Где-то там стреляется. Это дезинформация. Они уйди стреляются. Че, машина? Давайте-ка разведаем это место. Да, давай туда, да. Принято. Я сейчас могу стрелять. У него 58, у него брони нет. Где? В доме? Ну, там. А, о, блядь. Эй, петухи где? Кто где? Петухи. На прилетели, Нет, это мать. Я. А где петухи? Вот где-то там. Да, я не вижу никого. Ладно, подожди. Да. Я дальше чекну домик. За лутом. Шо, Макс, энергию не берешь? Ну да, я вот только что кого-то увидел. Я взял, но только полезу. Я понял. Чего сука взял? Опа, а чё, прыгнул был? Здесь 38 дал. Сзади, там здесь надо. Понял. Ультанул. По нам не попадет, по нам не попадет. Да. Из гора. Он мастиф. Там пол-плат. Золотой прицел. Или ульта БХ. Нихуя он стреляет, блядь. Нам вид дали. Снизу. Блядь. Положили. Без брони железка. Я упал. Блядь, да как я не попал? Да ебаная битая поломанная железка, блядь. Хорош.
Все, мы все отлетели, я просто ливнул. Ну, машин чате. Давай. Че, пересоздавать надо? Да, я уже вышел. Я тебя поднимали. Я угарный. Хотя бро. Да у нас фул, братан. Юлия. Я. Юлия. Нет, ты. А тебя нету в этом, в этой игре нет, я что? Какой сервер? Как узнать, какой сервер? Можешь ну гад сказать. Чего? Амстердам. Амстердам один. Амстердам один. Вообще Франк круто, если что. Франк круто, как так. Франкфурт? Да, Франкфурт. Я в Амстердаме играю. Франкфурт. Франкфурт. Франкфурт 2. Ну, можете как бы ставить, если что, автоматически. Нет, где ближе, туда и да. Ставить сервер. Батарея, можешь сделать чуть-чуть микро потише? Я? Да. Ну, мы, может быть, здесь все бунтари? Я бунтарь. Сейчас, погоди, у меня выйдет. Вот, всё. Я хороший мальчик, Панька. Нет. Хорошие мальчики говорят, что они плохие, чтобы к ним никто не приставал. У нас публичная тусовка. Да, это я создал. Привет, да. Это вот человек на стриме все хотел. Вот все слова у нас full squad адресованы ему. А он умеет говорить? А, ну давай со мной. Против бунтаря лучше попадись. Да, да, надо против бунтаря постреляться. Так, какие жесткие. Бей таблетки. Да, 4 кило в одной катке, да. А мы одни, да, по-моему? Кило ничего не значит. Давай на разрыв. Давай часами на 10 тысяч. Давай. Какой смысл от нее? Как, у тебя может не встретить, у меня по 20-20. P2020 это классная пушка, она у меня как раз. О, конечно, бунтарь, я заметил. Бунтарь, я за тебя болею. Ничего личного. Ну, мы в прошлой катке обсудили, да, за что мы. О! Мне надо просто раз, два, три. Что? Оп, минус склад. А чё вы вышли-то? Я их расфигурю, чё всех. А потом я отряд остался. Я вышел вообще нечаянно. Не хотел. Ну да, я тоже. Я думал, что вы все отлетели, я пока добавлял человека. Думал, я... Каша, давай. Так, все, ладно, давайте чуть поменьше постороннего звука. Что ты несешь? Я. Франкфурт 2.
Я живу в Севастополе. Это Россия только на словах. Блин. Макс, я короче, давай, забрал уже... Ладно, не-не, у меня G7 просто есть, я скину тройной эффект. Да не, у меня ведомый. Так, слушай, а тут же ж мой скин, Макс. Тройного эффекта? Конечно, блядь. Выбираем. И... Здесь увеличенный тяжелый, и тяжелый скидываю. Кажется, очень много тяжелых. А, увеличенный тяжелый. Нет, я вот здесь кинул, рядом. Вот это не беги. Кого? Блин. А, ну тяжелый просто мне не нужен. У меня все легкое. Максим, у тебя выполнен 7 скин? Ой, понял. Никита, у тебя выполнен 7 скин свинка. Что нафиг, Никита? Так, кому что ответить? На какой вопрос? Что мне нужно сделать? Я тебе, у тебя на G7 выпал скин? На G7, да, выпал скин. Выпал скин на G7 и выпал что-то, блять, еще выпало нахуй, я уже не помню. Скин на Каустика выпал. И выпал. А по-моему на Бангу выпал еще скин. Может, ошибаюсь. Вот. И я купил музыку. Единственное, что. А я не потратил свою медальку. И нахуй они тебе сейчас нужны. А их больше нету, все, конечно. А, они же перевелись один к одному, да, в эти ценные металлы. Металлы? Да. Ты можешь скины покупать. Прикольно. Я пока буду играть. Да, мне тоже кажется, что здесь люди. А где имя? Да хуй знает. Я не могу. А, у тебя? А почему я прицел? Так, мне нужен прицел X2 хотя бы, а в идеале X3, X2, X4. Мне нужен ничего хотя бы. Юль, бегу. Нет, 28. О, хорошо, мне проведили. На крышу у нас, на нашу крышу. Я чилюсь. Вот здесь на крыше. Бомжи. Так, хотя бы их 6 возьму. Где, на какой крыше, Макс? Вот на большой самой. Убил броню. Все, я тоже 44 потом попал. Хорошо. 28. Нихуя она, блядь, хуярит. Да, Макс, давай в портал. Сейчас придут сразу же. У нас там вышел. Да ладно, блядь. Сука. Да, я через портал пришел. Бегут двое, два бомжа. Резает. А, молодец. Назад. Поднимай Никиту. Нет, не меня надо было, Никита. Да похуй. Нет, ты бы вылетел это сразу. Ладно, сейчас, я побежал. Спасибо. Есть большая аптечка. Блин,
Да нет, это такие. Что, что это такое? Я съел и убил 4, просто зашел в дом. Ага. Но... Успел один, вот у нас, заходит. Еще едет, лайфлайн едет. Без брони лайфлайн. У тебя там Юль где-то. Наверх, по-моему, ушла. У меня дохлый рейс тут. Внизу. Хорош. Там по врейс поднимается. Сзади, сзади, сзади. Молодцы. Хорош. Ой, молодец, Юлечка. Фух. Потно. Да, нормально, 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 нормально. Минута есть, залутаемся. Минута есть, да. Так, если X3 найдете, типа того, короче. Ну, у меня просто есть X6, X4, 8, то есть. Но я сегодня не хочу стрелять. Ну тут X1. Зип готов. А где это была? Третья. Внизу одна и две наверху. А, да. Кольцо рядом. 10 секунд. Так, вот там вижу. Да, 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 держи, держи. 160. Вот там ушли дальше, вот туда. Вон бежит рейв. Так, зип ставлю. Стой, 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 зип есть. Чего? Стоит зип. Так, точно. Куда ушли, я что-то ничего не вижу. Вот туда, туда, куда-то туда ушли. Ага. Давайте налево, да. Офигеть, у меня 0 киллов. Ну, все у Юли. У меня 2. Ясно. Можно на убили. Опа. Это неспроста. Да. В принципе, можем фиолетовых пожать. Ну, я думаю, на рынке кто-то может быть и нас подожмет. Справа там какие-то есть точно. Вот слева рядом с нами. Вот, вот они. Можем с шара начать. Я железку там нахуярил неплохо. А сейчас шара обойду. Я дам. У железки, по-моему, синяя бронь. Видишь, Макс, что-то? Да. Я сейчас к ним залечу. Железка вообще без хп. Я тоже. Там дохуя народу. Я у них прям. Да нихуя себе нахуярит, блядь. И чё, мы сейчас долго с ними так будем здесь стоять? Да хуй знает. Он не поднимает. Дал. Я не вижу. Тебе подходит. Мне тоже дали 105. Лайфлайн там жестко у них. Вон там была одна. Вон там одна, сзади тебя прям внизу.
Ага, вижу. О, ебать, я лайфлайн нахуярил. Там сбоку тройная жертва, осторожно. Ага. У меня щитов нету. Добил. А тройной эффект где? Не знаю. Ты так убили, что ли? Да. Нет, ну в смысле, мы забрали тройной эффект? Чувака с тройным эффектом. Да. Да, ты вот почувствовали, что очень легко все как-то дается. Х6 есть. Да. Кстати, да, и 2х4 мне нужен был бы. Идеально было бы. А что тебе надо? Что я стырил? А... Тебе легкие нужны? У меня просто все на легком, и у меня их 600. Приклады для снопы не видели? Я видел, взял. Х2 есть, Юль. Понял. Ладно, нет. Здесь больше, чем Х2 не нужно, будет зона маленькая, все. Ну да, я взял Х2, блядь. У нас есть зип, кстати. Сейчас я чекну еще, может, приклад найду. Куда это? Надо сюда, по-моему, да, зип стоит? Блядь, нет приклада. У меня, о, тут рецуют, вот тут прям рецуют. Я могу зип дать наверх. Я сзади. Ага. Вот я. Все, не попадаю. 27. 27, 54. С другой стороны, там, с двух сторон этот, хуярят. Ага. Тут внизу один. И на черепе, на именно на самом на черепе, блядь. Ага, вижу его. Ой. 31 дал. Ты что делаешь там? А, хорошо. Дело. Есть приклад для снопы? О, здесь X3, я его кидываю. Да. Ха-ха-ха. Я два раза попал. Вот там они не вышли, они там же сидят. Да. Вам дать зип? Ну пока нет. Сейчас посмотрим, куда зона пойдет. Ага. Вон бегает, вон на крышах. Бля, вот теперь Х6 не хватает. Блять, я вниз упал. Правильно сломал ему. Еще и сверху. Он поддал немножко. Ебать, тут все в зипах. Никит, что-то ты слишком залез в душ. Ой. Ну у меня Х2, мне надо чуть-чуть ближе быть. Я не вижу нихуя. Нет, тут с Х3 уже не совсем удобно. Вот там. Ну, выходи давай. Здесь недавно кто-то проходил.
X6, блядь. Он там же? Бежит. Лошади бегут, слышу. Это я бегу. Копытами фигачит. Не-не-не. Один вон склад пролетел. Сейчас внутрь зайдет дом. Ага. Человек сейчас пушить будет. Человек сейчас пушить будет. Так что, подсасываемся? Ага. Вот они. Выходи, выходи, выходи. Да, я и пытаюсь, блядь. Что ты делаешь? Да, блядь. Типомер, осторожно, зона. Блядь, ебаная гренка. Я хилюсь. Выходит, выходит, Макс. Юль, прикрой, я хилюсь. Или наверху, на крыше, по-моему. Да, они могут с крыши выйти. Все, отхилился. Короче, нет, дверь, они смотри, в доме. Смотри. Да, я дверь буду чекать. Вот здесь кто-нибудь, стойте, один наверху. Да, кто-нибудь дверь. Один лучше здесь, двое, двое дверь. Похуй, сейчас зона сожмется и пиздец. Да. А у них есть, короче, в доме Юль, зона. Кусочек в доме есть. Пока да, потом когда будет сжиматься, не будет. Юль, пока этот, смотри, главное, что там не полезли. Макс будем смотреть. Пойду еще раз сейчас светану их. Светанешь? Ха, два дауна, блять. Вот он. Так они там и в углу будут стоять. Они сейчас отъедут. Сейчас еще 20 секунд, если они не выйдут, то это. У них есть еще кусочек в углу зоны будет. А потом уже не выйдут. Потом она будет в центр уже сжиматься. Но только через крышу, где Юля стоит. Ну или Рейв построит портал. Они, да, они уже и там не будут, потому что сейчас она сожмется и пиздец. Никит, все, чекай здесь, где я. Давай, так еще зона. Так если они сейчас пойдут, то пиздец, надо их зажимать сразу. Если не пойдут, то это пиздец, не надо что назвать. Все, или что? Так они не выживут. Ну это дебило, там нет. Там же стоят, да? Да, они сейчас загнали, стоят. Я не знаю, давайте что. Полутайтесь. Можно выкидывать вообще все шмотки, наверное. Да не надо. Там же Рейв, она может портал построить. А, кстати, да, стой, там Рейв, Юль. Они выйдут. Нет, лутайся обратно. Да, забирайся. Сломай систему и построй портал к ним. О, портал. Все, пошла она. Портал ставит. Вот это дурочка. Ладно, давай посмотрим, что второй будет делать. Пошел. Уходит. Придурки. Изи. Просто изи. Блять. Ебать, тактика, блядь, у дебилов. Чемпионы Апекс. Ну, наверное, кто-то испугались. Но они, кстати, пушили вообще агрессивно. Прям. Да. Заходили со знанием дела туда. Да. Ебать. О, чуть-чуть не хватило до 2К. С одним убийством. Один килл, заебись. Вот смотри, вот где, блядь, КПД, блядь, высокий. 4 килла, 600 убийств, блядь. Ой, 600 дэмэджа, блядь. А это мы с тобой бегаем, дамажим только, блядь, их. А, ну да. Да. Причем ты настолько скрытно действовал, что... Настолько скрытно действовал, что даже мы не заметили, что ты ушла. Да, я бы только слышал, что Юля сетовала по поводу прицела, а тут бац, и, короче, и всех размотала.
Можно только. Понял. Может, череп? Нет. Да, череп. Да, череп. Или рынок вообще. Принято. Мало шоу. Поехали, Блять, а что, никто не падает, что ли? Падает. А куда мы... А мы куда падаем? Медленно. Все в разные стороны. Да, я точно в разные стороны. В разную сторону? Подо мной лутается прям, по-моему. И еще кто-то пролетели. Я вообще в стороне от вас. Да, у нас, слышишь, да, Юль? У нас тут лутаются. Вот здесь вот. Вот вышел. Без брони железка заходит. Быками, быками. Ты добил его, что ли? Нет, нет, не добил. Там еще Ватсон битая пришла. Помогите, пожалуйста, кто-нибудь. Нокнул. Хилишь. Добил? Да, добил. Ну она битая, я ее там накоткал, и она битая прибежала. А есть место подобрать? Да. Нет, все, бегу. Я настолько что-то забил на переключатель, как на эфиру, вот на пушку, что не отметил даже переключателя. Так, мне бы легких, если отметить, у меня их 20. 40, извините. У меня 300. 300? Мы знаем, что ты можешь. Ты чё, как скрытно ведёшься? Чё-чё? Да он вообще, он ненормальный какой-то. Блин, я залагал. Всё, он опять сделает. Так, а скидывал лёгкие? Ага. А, нет ещё. Мне это пригодится. Вот здесь 80. Спасибо. Чёрта мне. Чок, X3, X2, X4. Не, ничего не надо, спасибо. О, рядом. Да, рядом.
Банки маленькие, 10 штук, если надо, что-то скину. Очень рядом. Это я. Ага. Надеюсь, прицел там найти. Сейчас будет дроп. Осталось половина отрядов. Можно мы и дальше будем выигрывать? Ну, где ж тычок? Где бронь? Опа! По нам стреляли откуда-то. Класс. Издалека. Вот оттуда откуда. Или сверху. Так, а аптечек нету маленьких? У меня одна. Тут большая есть. Ага. Маленьких у меня один. Здесь шприц. Спасибо. Рядом. Банки нужны? Наверное, нет. База, база, да-да-да, есть зип, есть зип. У меня тройной эффект не должны. Да, язычок и прицело. Залутано. О, слышал? Да, вот, вот тут. О, ебать, нихуя себе. Хилит. Брони сломало. Они сейчас хилят оба, без брони там сейчас. Хуй он отпугал. О. Наверху дал 70. Блядь. Я умерла. Одного нашел. Сбоку там. Юль, уходи. Да сука. Я сука, я сейчас могу. Никит, уходи, на крыке, быстрее, прям сейчас. Там сбоку нас тут. О! Блин. Да, снайпер. Юль, я сейчас налево поверну. Меня убивает. Я там в доме убил одного дауна. Да ёбаная броня, блядь, серая. И вот там лайфлайн выпустила. Сейчас пройдём с тобой. Да. Это что за граната? Я подальше попытаюсь, пытаюсь съебаться. Вот тут, наверное, нормально. Давайте залутаем по лоцу, пока есть время. А там нет уже на плацета места даже. А там, по-моему, не открытые. Можно попробовать? Длинный лук есть тут. Приклад синий тоже есть тут. Это через шар? Бля, брони нету, да, нигде, нормальный. Он сидит и там. Я на стенку сразу. Окей. И сразу хуярится, да? Да. Я беру длинный лук. Здесь на этой стороне. Макс, не умри. Я в кого-то убил. А нам прям к тебе лететь? Да, наверх прям, на стенку. Здесь я тут надамажил.
Ползи, 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 ползи. Доигрался. Додамажился. Снизу, Юль, под тобой. По-моему, лайфлайн. Там взлетели. Ага. Нокнул. Надо добить ее, залутать. Не попал нихуя, ебаная лайфлайн. Наверху что-то есть? Нет, нет, наверху нету. Поднимается. На зипе поднялась. Ура. Обходит, по-моему. Может, нет. И вот тут еще. Ватсон, ебаная, блядь. Нужно перезарядить щиты. Надо добиться, чтобы тут так там нету много. Вот, сбил броню. Запрыгнул наверх. Там еще есть. Блядь, заебали. Блядь, да мне с моей броней, ну просто пизда, блядь. Может, вниз пойдем? Ну мы можем вообще уйти. Обойти, уйти. Стой. Нам бы подлутаться здесь, вообще хороший вариант был бы. Блять, ну да. Сейчас я хилюсь. Пока не пиздится, хотя бы, я не знаю. Но есть зип. Приехала к нам. Все, я отъехал. Наверху. Сука, блядь. Улетела, пизда. ХП нету вообще, блядь. Что за хуйня происходит? Где тут народу? Пиздец какой-то, блядь. Какой-то просто пиздец, блядь. Это ебаная серая броня, блядь. Какая она конченая. Какой друг? Хотел просто меня попасть. Мне он не друг. Ну да, где это же он? Не, не друг. Это твой язык? Друг твой? Не мой. Да, вот сегодня на стриме парень зашел, добавился. Куда прыгаем? Ну, череп, наверное, я не знаю. Череп, да, давайте череп. Давайте приземлимся здесь. Череп, ну ладно. Нет. Вот сюда. Понял. Б.
Блядь, ебаный Мозамбик, как меня заебал. Вот эти легендарные скины не скажут. В этот раз? Первая кровь, и она не наша. Вот и все. Сейчас придем. Ну что сразу начала, нормально же общались? У меня обезьяны. Иду. Да, слышу. Да как не попал, он в доме, каучик, бочку поставил. Одну нахуй. Бежит сюда. Иди сзади. Ага. Это еще кто? А я одного добил. Да, да. Юля поднял. Еще бежит. Да. Еще здесь. Вот, 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 там видел. Так, у меня 26 энергии всего лишь. Больше. Вон вижу, туда уходит на купол. Ну и у нас здесь тоже бегают. Есть 4 аптечки, могу 2 скинуть. Что, будем встречать? Да ты не знаешь, можно. Броня фиолетовая. Блять. Юль, ну возьми, да. Вижу, вот он. Это который высадился? Меня здесь. Ага, понял. Это, наверное, тот, который его высадил. Да, я сзади него прям. Без брони. Да почему вы всех моих добиваете, блядь? Без цел. Без экстрим. А какого хрена он сработал? Его убили кого-то? Нет, нет. Там вон петух прыгает вдалеке. Придется тебе быть побыстрее, амиго. Скорость — это жизнь. О, пробивные, заебись. Бежит, бежит, бежит. Двое, двое. Ебать, P2020 нахуй с модификацией. Здесь двое. Хорош. Юля, да ты MVP уже из игры в игру. Так, а нету там сменщика? Сменщик здесь кинул только что. О, есть, да, заебись. Тяжелые есть? Бля, ты что делать? Я понял. А я вообще просто не тяжелый. Да, я просто Максим. Да. Может, у Каустика там был? Блядь. Че, погнали дальше? Побоюем, погнали. Давай. Зип готов. Походу там убили. Зона, чемпион. Зона, Макс. Да, ладно. Не особо.
вот это козырное, не то что Макс отсюда поставил вот сюда, просто гений. Полгода назад уже было. Да. А с кем мы играем? Макс, мы с тобой... Нет, не с тобой, я, по-моему, с Димой играл, скриншот сделал в тоннеле. Ватсон понаставила своих силков. Бля, как я ржал, это такая хрень была. Просто... гений. Какой я тупой, я просто лох. Поиграл вдвоим, кто поймёт. Да? А ты? Так. Не просто эти, я там эту деревянную железку убил почти. Выходит на нас. Шестьдесят девять дал. Второй лежит. Хилюсь. Я пуш пойду. Подними фьюжа. Да, да, да. Юля, ползи, ползи, ползи. Где Макс? Там еще склад. А, нет. Да сука. Здесь золотой флотлайн. Но я таким уже не пользуюсь. Блять, у меня бомжатский рюкзак, блять, пакет нахуй из Новуса. Сейчас я тебя пью. Я вот только что взял здесь. У меня не одна большая пища. Вот здесь есть одна. О, ебать. Че, гол дальше? О, я еще слышу. Минута до сужения кольца. У нас полно времени. Вверху. Ультует. Бля, а че вы такие быстрые? Я там поубивал, практически все. Можно добивать, сказать. Бегу. Ну там второй склад, кстати, есть. Там второй склад есть где-то. Там где-то. Да, лучше зона пойдет. Зип направо или зип налево? Зип. Давай, давай я могу... Стоп, куда? А зип налево, кстати, вот сюда прям было бы неплохо поехать. Над ними? Давай, там да. Здесь, да, зон, да, зон, да, зон, давай. Да, погнали. Да хрен с ним, сейчас этих заберем, подлетаем. Ё, он прям перед лицом моим пролетел. Попал одного. Убил. Вот, вот. А как тут лутаться-то, блядь? Выберешь станки? Да, конечно, что я еще не выберусь. Бля, я не могу подлутать. У меня зип готов. А что ты хочешь нас бить? Зачем нас бить? За что? Мы же котята. Макс, зип. Мяу. Ну да, снопы нет, нихуя нету. А ты хочешь там пройти, да? Ну это понятно, мы все пройдем. А тебя так мало хватит. Вторая зона.
Можно через шар прыгнуть аж сюда, и там не идет время. Так, следы. 29 секунд. Здесь есть модификация. 20 секунд. Здесь топают. Да, вот прыгает. И кто-то стрелял издалека по мне. Да. Ты не злагал ему. Тут двое. Броня. Без брони. Нокнул одну. Ультанули. Отходите. За мной бегут. Не вижу. Юля, рисаю. Юля, рисаю. Я не верю, а он без брони наверху. Ой, ебать, это стой, блядь. Еще, и там еще, там он другой склад. К тебе летит? Я не вижу, где он летит. Да. У меня. Шар упал. Где-то здесь. Но он без брони был вообще. Вон там. Ага. Сзади еще летит, Юль. Там еще сзади пролетел. Да. Тихо. Там снайпер какой-то косой, блядь, сидит. Тройной эффект. Золотой щит взял. Тайная это где? Вот. Да, я. Ладно. Энергия кончилась. Ну не кончилась, что пойдет. 20. У него серая броня, он дебил. И слева еще другой снайпер стоит. Ебать. Давай вот сюда за дерево ползи. Не, умрет, сейчас умрет. Ну, киляй, да. Блять, возьми баннер. Забрал баннер. А, здесь треснуть можно, кстати. Да. Давай на хоке, погнали. Зип дам. Блять, не дам. Косой уебок отдал. Без пайки рядом. Это снайпер или там другой склад? У нас здесь второй склад. Ну, два склада. Прям рядом портал открыли. Ага. Вот здесь. Или решится. Подлутаешься, если возможно. Тут двое. Одна битая, рейв. Там трое. Да, по-моему. Надо сходить. Давай назад, туда же будем. Давай в зону. Тут зип есть, Юль. К твоему луту. Почти. Юль, иди лутайся. Юль. Она там что-то залутала уже. Она. Ага. Она не лучше сюда залутать. 20 секунд. Молодец. Нет, там просто... Ладно, да. Молодец. И точка. Я их там просто побил всех? Нет, там двоим тоже зарядил. Сейчас Зип будет готов. Главе, но вот это... туда можно будет прыгнуть. Не, вот туда. Туда. Нам туда не вариант идти. Да, они съебались все туда. Не, ну, я понял, хорошо. Воины, кольцо движется.
Внутри нет никого. Твой лут говно. Вон, на крыше, опа, на крыше. Крыша. И не крыша тоже. Из откуда? Ой, справа, входа в двери. Входа в бункер, короче, хотел сказать. Че, обойдем или как? Так, они ебашатся, там справа еще снайпер у бункера. Блять, меня спалили. Давай обойдем, стой, отойдите назад. Потом обойдем. По дороге здесь. А где Юля? Юля, давай туда. Давайте вообще можно через топи, можно вот тут без проблем обойти. Да-да-да-да, я тоже про то. Там эти два снайпера опять. Ты зип готов? Нет, зип не готов. 48 дал, у него лоховская броня. Хилиться будет. Все, зип готов. А вот есть джампад. Нормальное решение. Надо наверх подниматься. Да, что-то нужно делать. Можно обойти аккуратно и через средний этот, блядь. Или зип могу дать. Зип могу дать. Блин, меня тут надо было, конечно, ладно. Ну, блядь. Крысы ёбаные. Работайте, я захиляюсь. Я встану, в смысле. Железка без брони. Суки, крысы эти снайпера конченые, блядь. Не, ну, надо было зип не туда давать, надо было в сторону уйти, чтобы из зоны его дать и выждать момент. Возможно. Нихуя себе. 16 киллов, блядь. Угу. Да. Дауны, блядь. Да, лут был дерьмо, вот только сменщик вывозил, а уже спидфайр, блядь. Ну сейчас мы точно, блин, будем пиздотой, пиздотой на черепе. Опа, опять череп? Да.
Опять череп, опять P20-20. Как раз неудачно упал, меня тут уже били. Слева, Макс, слева, слева, слева сейчас выйдут. Да, у нас тут, Макс. Куда? Две дуры, блядь. Ган? Нет. Я обхожу. Она ушла. Она ушла. Блять, свои ловушки ебаные поставила. Так, надо Юлю подобрать. У меня тут кто-то топает еще. У меня два патрона будет. Ну, чуть больше. Меня убили, меня зажали толпой. Блять, у меня патронов нет нихуя. Подобен. Блять, 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 блять. Иди до шара налево. Вот до того, блять. А. Сейчас тут с горки, потом спанулся за здание. Сейчас хоть что-то чекну, может что-то, блядь, повезет. Кольцо далеко, осталось минута. Нормально. Как это называется? Блядь, повезло нахуй. Какие-то 45 секунд, чтобы добраться аж до того кольца. Так, а где вы хотите, чтобы я вас резнул? Я могу полететь в сторону репульсора и там возле репульсора вас резнуть. Я хочу в болото. Какие, блядь, болота, Максим? Ты ебанулся, что ли? Вот смотри, я вот здесь резну. Болото, блядь. Так, здесь. Смотри на дверь слева. Дверь слева. Вот он, блядь. Она закрыта. И тут не да, должно. Да, да. Это был бы обидно, если... Если полетел? Да. О, а что такое горит? Это уже не было раньше. Кто горит? Ой, кто здорово. Горит? Спасибо большое. На, кто на этом, на репульсере. А, в смысле? Дым разве был? Да. Ура! Нет. Здесь преданность. Сменщик. Хаос, второй рюкзак. Энергия есть. G7. RE-45. Сейчас можешь вон там. Угу.
Монтарь. Чё? Ты смотришь? Где? Да ничего. Дип готов, Максим. Поехали, Юля. Вот на метке зип. X3, X2, X2, X4. Это что? То, что я заказываю у вас с доставочкой. Я думал, раздаешь. Нет. На стекляшке, по-моему, стреляли. А может, не на стекляшке. Не удержалась? Ну, да, не удержалась. Так, тихо. Топаю, да, тут на стекляшке. Открывают эти. Зип 30%, могу дать вот туда зип. Наверх. Вот сюда. Может, здесь найдется что-то интересное. Ой, X2 нашел. Прям как. Забирай, забирай, забирай. 15%. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, прилетели еще, прилетели еще. О май гад, спасибо. Откуда? Где? Вот, на шаре едет. Ага. Он сейчас нас увидит. Нет. Ну он там хуярится. И... Зип готов. Хуяримся? Вот, туда зип даю наверх. О. Блин, там надо врываться. Мне надо врываться. Ну давай вооружим. Там прям вообще самый сок. Вижу купол, никого не вижу. Контейнер вижу. Ага. Хуйня, ничего нету. Да вот, хилит. У меня топает. Убил. Третий рюкзак. X2 забираю. Все, ничего не трогаю больше. Надо быстрее вот так. Надо, да. Золотой шлем забрал. X2 еще один здесь есть. Кольцо в непосредственной близости. Осталось меньше минуты. Еще золотой шлем. Набор Феникса, вот здесь золотой шлем, набор Феникса. Есть зип, если что, уже? Я себя подлатаю. 10 секунд до закрытия кольца. Хотя бы оно рядом. Да. Вот, ставлю зип. Как пойдем? Здесь пойдем. Ну вот так. Направо. Вот вижу, вижу схват. На зипе едут на клетку. Давайте в другой. Не, давай здесь, давай. Блять, мы не успеем. Не успеем бежать. Мы не успеем обижать. Мы можем сейчас быстрее до этого бежать. До входа в бункер, это там называется. Да. Ну я уже в тампочке. Тут зип, сюда зип стоит. Я вижу. Только... Да, но мы в зоне. Следов нет. И клетка у них в зоне. На лайтах хоть что-нибудь?
Вон дверь была. Ага. 8, да? Я еще 40 нахуярил. 25. 50. Нас если зажмут, то это вообще жесть будет. Да, да, да. Я пострелял по ним. Поднабрил их. Тоже чуть-чуть получил. Так, зона опять здесь, но пришел уже. А где зона будет? В топе? Пока не знаю. Может быть даже у нас. Не, нет, это ж. Как в прошлый раз, короче. Где мы сели? А что ты просила тебе найти? Пушку легкую. Что-нибудь новое так. Не такое что-нибудь. Так, там дроп есть. Можно вообще. Сменщик есть. Здесь сменщик. Там здесь миротворец. Рез 45 и обойма. Да, я упал. Припасы, давай я зип поставлю. Прям в припасы, блядь, в голову им нахуй. Со всего даю хэдшоты, блядь. Ой, нет, я наебал. А где зип-то? Да а. Сверху где-то, да. Для средней дистанции. О, возьму. Да, да, давайте тут еще снизу чекнем, там могут быть припасы, там не могут они. А, она может, кстати, вот сюда сходить, на этот дом. Угу. Дверь кто-нибудь открывал? Да, Юда. Теперь я. На 301, так что я думаю, наверное. Это последние, да, склады? А тут 19 дал. Да хуя, бля. 18. Зона сожжёшь там. Ну это, короче, сольник, возможно, да? Два раза по 40 сэндл. Там нет сольных складов. Ну, я говорю, сольный чувак, он стреляет с кем-то. С кем это он стреляет? С Юлей? Нет. Сверху двое, снизу трое. А, все, я понял. Поднимаются к нему, сейчас заберут его нахуй.
О, кого-то брею. Есть дип. Семь не дал. Там ульта сейчас будет падать. Ага. Юль, ты все нападаешь, что ли? Все, последняя обойма в этом. А, снизу еще где-то стреляет, ага. 15-15. Бля, ебать. Надо сразу в дом идти. Да-да-да, конечно есть. На крышу дома. Вот того, да? Да-да-да. Ну да. Тяжелые нужны. Мало 50 штук все вообще. Тут три, я этот, Макс, забери корпусный щит мой. Не совсем фуловый, там хуйню нету. Не могу спустить. Почему? Нокнул. Бля. Там внизу не... битый каустик, пиздец. Ресает, ресает. Да. И каустик нахуй битый. Юля, к тебе падаю. Так, я к тебе не упал. На мне железка. Прыгал ты, прыгнул ко мне. Там железка. Железка, железка, железка. Запусти каустик. Каустик еще прыгнул, да. Обходит. Вдвоем лезут. Эх, блядь. А я так и не понял, как они к нам приехали, блядь. Что-то вообще, короче. На чем-то запрыгнули, я даже не понял сам. Просто запрыгнули на крышу и все. Не слышал ничего. Зип железки? Ну, типа... Не, у них каустик, банга и этот, и железка. Так, я, наверное, последнюю. Да, наверное, тоже. И покурить надо перед ней. Череп? Да?
нахуй, блять. Так, у меня пока нихуя. Да ну как им, блять, она, сука, делает это животное, блять. Наверху. Нокнул? Все, это вне игры. Я топчусь на одном месте, это ж надо. Радуйся, что ты мне нравишься. Хилю. Здесь один. А, сука, да заебали они, твари эти ебаные. Да, вот это же тварь. Бангалор, да? Купола. Бангалор. Справа. Заходит слева. Обходит. Ладно, мальчишки, девчонки, спасибо за игру. Буду спать. Да, ладушки. Давай, тоже пойду. Давайте, сейчас пойдем.